Всем привет, меня зовут Антон, и это отзыв по курсе Poker Pro 2022, восьмой поток. Я в очередной раз прошел курс Poker Pro для того, чтобы полностью закрепить информацию с курса и для внедрения этой информации в свою игру на 100%. На курсе я играл на O10, перед вами график игры с рума, который поддерживает трекер. Я сократил количество одновременно играемых столов до минимума, чтобы максимально осознанно играть и внедрять концепции курса в игру. Сделал упор на качестве принимаемых решений. Сам курс хорошо структурирован и дает полную базовую стратегию для возможности играть в плюс на микролимитах. В стратегию входят установки, настройки покерного софта, выбор подходящего рума, префлоп модель, алгоритм действия на постфлопе, использование ликов оппонентов для эксплуатации слабых сторон их стратегии. В дальнейшем на эту стратегию, конечно, нужно будет делать дополнительные настройки для более осмысленных и прибыльных действий. И для этого на курсе, на последнем занятии, был дан и объяснен алгоритм действий, который нужно будет самостоятельно использовать для построения более прибыльной стратегии и роста винрейта. Я считаю, что данный курс подойдет как полным новичкам в покере, так и людям, которые стремятся побить микролимиты. Каждый, кто пройдет курс, найдет для себя что-то, что было упущено при самостоятельном обучении. Так как на курсе сразу становится видно свои слабые места, которые съедают винрейт.